Они сегодня днем приходили. Ну, один мужик сразу прямиком в дом. Ну, а трое за тыном сохранились. При них автоматы были. А что за мужик? Как он выглядит? Да вот я тебе о чем наперед спросить хочу. Кто первый придумал эту гадость? Какую гадость? Ну, автоматы эти там, эти, ну, пули разные. Не знаю. Порох вроде какой-то монах выдумал. Монах? Ага. Ишь ты, растрига, наверное. Не знаю. Ты знаешь, если человек поганый, его как ни назови, монахом, ангелом, он все равно гадит и меньше не станет, верно? Угу. Вон фашисты-то, все обвешаны крестами. С головы до пят. А на пряжках что у них написано? Видал? Бог с нами. А ведь такая сволочь. Дядя Куб. Ну? Что за мужик? Как он выглядел? Так я его не видел. А кто его видел? Да Спиридониха. Ну? Ну чего? У нее-то глаз, знаешь, острый. Бог ее умом-то обделил. А вот глаз, цепкий, острый. Вот так, знаешь, человек устроен. Одному Бог чего-то такое не додает, а другому насыплет. С горкой. Вот если бы меняться бы могли люди-то. Вот тебе этого не хватает. А я тебе раз и насыпал. Погоди. А мне того. А ты мне тоже додал. Погоди. Сколько он времени провел в доме? Долго? Время-то? Ну, долго. Знаешь, другому-то чихнуть долго. А по мне так вон война-то сколько тянется, сколько идет. Погоди. А я живу вот, самую малость. Погоди. Дядя, полчаса. Час? Больше? Меньше? Да нет. Наверное, около часа. Все, дядя Якуб. Пойду я. Больше не вернусь. Если что, сами знаете, кому что сказать. Знаю. Знаю. Это я знаю. О, сколько же на свете того, чего я не знаю. Так, наверное, и не узнаю. Не поспею.